Добрый день, дорогие зрители! Сегодня приглашаю вас зайти в магазин Love Republic, посмотреть новую премиальную коллекцию. Я ее уже видела на сайте, но все-таки решила зайти, так сказать, посмотреть воочию. Вот входная группа, значит, мы видим часть этой коллекции. Красивый прозрачный костюм, платье вот с таким интересным воротником, блузка с манжетами перьевыми. Ну что ж, давайте, вот она здесь представлена слева от входа. Сразу мы ее и посмотрим. Вот привлекли мое внимание вот эти балетки. Ну, цена, знаете, наверное, не очень. Все-таки 11 тысяч тканевые, не кожа. Сумка интересная. Цену я не увидела, но на сайте что-то на 4500 стоит. Тренч 7999. Он есть и в черном, и в бежевом. Имейте в виду, что по составу, конечно, это не хлопок. И он без подклада. Вот этот костюм, комбинация. Вот прозрачный блузон удлиненный и брюки. Брюки там, они, значит, такие короткие шортики. И дальше получается как прозрачное все. Очень неплохая сумка. Натуральная кожа. Универсальная такая модель. Здесь в коллекции, значит, платья. Есть вот такой корсеты, корсетного плана комбинезон. Костюм. Обратите внимание, в преддверии выпускных, а нужно готовиться, да, нам заранее. Я сама тоже. В этом году ребенок выпускается, я ищу себе наряд. Поэтому очень неплохая коллекция именно вот для такого выхода. Есть варианты комбинации, да, можно взять и костюм, платье с блузоном, блузон, брюки, ну, то есть очень много можно составить луков, поэтому кто сейчас заинтересован, вот можно зайти в этот магазин. Вот мне мюли понравились, конечно, вот эти. Ну, тоже ткань, но очень интересно смотрится. 8 тысяч. И удобные, я их примеряла. Вот этот белый блузон с рукавчиками перьевыми, манжетами. Я спросила у консультанта, она говорит, вот одевают, просто нужно там на нижнее белье. Ну, вы знаете, наверное, все-таки нет. Нижнее белье это будет слишком, а вот какой-нибудь шелковый топ под низ будет очень даже хорошо. Платье с бахромой тоже интересный вариант. Ну, я думаю, это более для девочек помоложе все-таки. Платье в бельевом стиле. Мне кажется, тоже, наверное, все-таки из оттуда же. Ну, я вот, видите, как рассуждаю, как для себя.
очень красивая коллекция, ничего лишнего. Вот обратила внимание, думала, что это купальник. Оказалось, нет. Это топ. Несколько расцветок. Да, красиво смотрится и с шортами, с летними. С юбкой, брюки, да что угодно. Большое количество различных брюк, и узкие, и широкие есть. По составу, конечно, в основном это комбинация акрила, хлопка или вискозы. А вот как раз эти топы, которые можно под низ. Они, вид у них такой, атласные топы. Есть и юбки. Крой по косой, это то, что смотрится практически на всех фигурах. Такой топ тоже может быть. Если кто не хочет совсем открытый, такой вариант очень удобный. Ну и цены вы видели, да, юбка там что-то около 4000. Разнообразные костюмы, брючные. И мне понравились костюмы с такими удлиненными шортами. Большое количество топов различных. И более закрытые, и такие корсетные, открытые, вот как этот вариант. И также шорт очень много. И укороченных, и удлиненных. Вообще меня магазин, конечно, порадовал. Особенно с тех пор, когда я немножко подхудела и начала примерять уже на себя наряды меньших размеров, сразу стало интересно сюда заходить. Никуда не деваются джинсовые юбки, длинные в пол. Вот неплохое платье для девочки, выпускницы. Оно такое, ткань там такая плотная, хорошо сидит, форму держит. Такая интересная блузочка. Вот. Даже это не блузка, это, скорее всего, такой топ. Атласный укороченный бомбер, тоже интересная вещь для, ну так, на прохладную летнюю погоду. Его можно накинуть буквально совсем, и цвет такой универсальный. Это белая юбка джинсовая, тоже длинная. Вот этот топ я не поняла, какой-то он
Неясный. А вот кто еще не успел купить принт или леопард, или зебра? Вот здесь есть интересные две рубашки. Вот, мне нравится. Красивая, красивая рубашка летняя. Приобретете вот ее, и она будет вам во многих комбинациях супер. Джинс везде. Брюк, конечно, очень много разных форм. Очень красиво оформлено. Есть интересная бижутерия. Причем это натуральный. Как они мне сказали, натуральный. Что-то я уже забыла, на что-то там. Не жемчуг, а как-то. В общем, какая-то натуральные камушки там. Натуральные, вот, кстати, замшевые сумка и казаки. Сумка вообще классная. Большая такая. Цену вы успели, да, увидеть? И тут как бы отдельно идет коллекция «Леон». Тоже выбор огромный. Там брюки, топы, жакеты, рубашки, шорты. Большой, конечно, выбор. Меня привлек один такой. Там можно собрать целый костюм. Вот их видно. Вот, значит, там юбка, топ и укороченный такой жакетик. Есть он в бежевом и черном цветах. Вот я тут по экрану сейчас вам пущу. Комбинация очень красиво смотрится. Да, наверное, если покупать, то вот все сразу. Вот три вещи, и будете выглядеть на миллион. И добавить какие-нибудь акцентную обувь. Леопардовый принт. Ну, вообще супер. Коллекция очков неплохая. Вот и очки леопардовые. Я там в зеркале отражаюсь. Так, ну что ж, идем дальше. Посмотрим, что еще есть интересного. Вот юбка. Да, вы обратили внимание, в основном везде это шлица, разрез или впереди, или сзади. А здесь она вот так вот сбоку. Как раз получается открытая нога. Интересно. Футболки. Ох, понравились мне. Качество хорошее такое, знаете, плотное. И приятные такие, шелковистые. И что интересно, вот горловина, она такая не очень узкая. То есть, если даже какое-нибудь ожерелье примерить, будет очень хорошо смотреться. Или какой-нибудь чокер. В общем, обратите внимание.
Что касается бижутерии, чем запомнилась? Это эмаль. Комбинация металла с эмалью. Интересная такая вещь. Ну, в основном там такие видели, что-то цветочные мотивы. Ну, неплохие. Спортивная коллекция. Ну, что тут скажешь? Спорт есть спорт. Да, приятного оттенка костюмы. Но мне показалось, что это уже более... Они уже теплые. Это вот как ранняя весна или уже осень. Как-то вот для, как бы для лета. Немного они плотные. Ну что ж, я беру в примерочную наряды и буду вам показывать. Нет, ну это, конечно, слишком смело. Здесь обязательно нужен топ под низ. Брюки, посмотрите, тоже не каждый рискнет все-таки. Слишком прозрачно. А вот поменяла на юбку, просто супер. Вот вам готовый наряд на выпускной. К ребенку сходить. И сверху накинула такой тренч.